считаю, такие мероприятия должны проходить постоянно. И это праздник, большой праздник. Не только для детей вот ограниченных, но для детей всего нашего города. Сейчас даже вот буквально подходят родители и просят записать детей на тренировку, куда можно подойти. Вот это результат вот этого фестиваля, который проходит сейчас в нашем городе. Два ребенка, 12 учителей физкультуры, 12 волонтеров. Теперь Першотравенск можно по праву считать футбольным городом Днепропетровской области. Абсолютно верно. Я считаю, что с таким количеством волонтеров, с таким количеством участников, которые сегодня у нас на нашем стадионе, мы смело можем говорить о том, что мы как город футбола состоялись. И мы надеемся на дальнейшее сотрудничество, надеемся, что и другие проекты подобные будут у нас в городе. Мы их будем поддерживать обязательно. Открытые уроки футбола в городе Першотравенск, 192 ребенка, 12 инструкторов, 12 волонтеров. Какие ощущения от этого мероприятия в общем? Ну, очень интересно, конечно, сложно, потому что много детей. Но так все общительные, все выполняют. 50% детей – это дети-переселенцы, дети из незащищенных семей, 50% – обычные дети. Вот ощущения на квадрате при работе с детьми. Различается ли это два коллектива, либо это один общий коллектив? Один общий коллектив. Проект предназначен на 4 года. Готовы ли дальше вкладывать силы и время свое в развитие футбола в городе? Конечно, интересно. 12 квадратов, один из них для работы у вас. Чем дети занимаются? Они играют с мячом, футбол парами, также бег препятствием у них был. Ну, сейчас знакомимся в клубе с мячом.